Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Раз, два. Так, пройдите серию испытаний, это я выполнил. Так, откроем колоду. Так, стоп, подожди, здесь я все выполнил. Ха, мне нужна колода, в магазин, конечно же. Так, что нам здесь достанется? $5, а, 7. 7 бакинских. Ладно, здесь забираем. Значит, теперь нам нужно сразиться в боях. И, как всегда, мы ищем на нашего супер-шреддера нужные элементы. Так, что тут у нас? 10 ноутбуков Дони. Поехали. Начнем отсюда. Раз. Так, кольцо крутости. Нафиг мне, ну, нужно, а? Второй ноутбук. Третий. Так, только три, еще 7 нужно. Да хорош. Вот начинается вот это вот издевательство. Все, начнут один мутаген давать мне, да? Так, какой, четвертый, да? По-моему, четвертый. 4. Так, кольцо крутости. 5. 6. Окей. Так, мы уже с тобой, по-моему, выполнили задание, которое от нас требовалось. Давай-ка закончим это дело. Значит так, нам нужно еще 4 ноутбука и 12 комиксов. Здесь забираем награды, поднимаем уровень персонажа и пойдем на арену. Мутагена у нас с тобой мало, поэтому сделаем, наверное, уровень Донателло. Вот так. 60-й левел у него, и это хорошо. Забираем остатки роскоши и переходим с тобой на арену. Хотя, подожди, дай-ка я зайду в магазин, посмотрю. А здесь нам ничего не светит, здесь тоже. Ага. Ну что, приобретаем 3 ДНК на Алапекс. А по жетонам у нас с тобой всего лишь 200 штук. Мало? Не хватит ни на что, да? Ладно, так, ну а мы с тобой идем на турнирку. Да ладно, в Лигу Мастеров одна звезда меня перекинули. Хотя, подожди, ранг 10, значит, не так страшно. То есть мы с тобой сейчас после этого боя, скорее всего, вернемся обратно в Лигу Мастеров 2 звезды. Так, будем отыгрывать, значит, с тобой Леонардо плюс Джастина и вместе с ним Супер Шреддера. И на всякий случай сделаем вот так. Ну что, попытка не пытка. Возможно, сможем пройти без потерь. Но есть вероятность, что муху подобьют. Есть такая вероятность. Сейчас посмотрим, как Лео здесь отжарит. Так, неплохо. Ну-ка, Шреддер. Ну вообще, найсово. Просто у меня, ребят, никаких слов нету. До чего он круто бомбит. Блин, если мы ему прокачаем до 6-й ступени, он будет всех валить. Причем он у нас идет как пассивный хиллер. Так, ну что, переходим с тобой? Да. Мы вернулись с тобой в Лигу Мастеров. 2 звезды. Сегодня у нас, ребята, будет испытание на Усаге. Если кому, конечно, интересно. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, Майка. Зачем я пока откаты, наверное, не буду трогать, ребят, да? Попробуем справиться без этого. Без этого. Без этого будет сложно. Ну-ка, Ванюшка, надеюсь, ты не упадешь. Так, Усаги сделает постепенный урон. Так, Леонардо здесь есть. Майки. Майки должен упасть, по идее, самым первым, потому что он по защите вообще ни о чем. Ну-ка, смотрим. Опачки. Вот, ребята, трындец. Все на смарку получается, да? Кого они будут бомбить? Конечно же, Ваньку. Вот, ребята, моя большая ошибка. И, если честно, я знал, что так будет. Ну, предполагал, я, конечно, не был уверен, что именно вот так вот все произойдет. Но я думал, что если Усаги не добьет, а он, как видишь, не повесил и не нанес достаточно урона, чтобы они все отдуплились. Вот тебе и итог. Слэш просто взял и размазал Ваньку. Грустно, ну ладно, ничего страшного.
Ребята, бывают ошибки, фиг ли сделаешь. На ошибках вообще-то ребята учатся. Так, ладно, возьмем мы с тобой здесь, наверное, я. Они дадут мне посерьезнее противника, нет? Не хотят. Ладно, давай тогда возьмем Педро. Лео плюс Усаги. Хотя Усаги можно здесь не брать. Здесь достаточно будет одного Армагона и, наверное, вот этих вот. Ну как одного? Если честно, я хотел бы посмотреть, Армагон вообще в состоянии один ушатать вот эту вот команду или нет. Ну видишь, Леонардо у меня здесь. Поэтому не посмотрим мы. Тут-то, понятное дело, он сейчас бросит валун, и они все упадут. Но хотелось бы его посмотреть в соло. Будь у него сотый уровень, мне кажется, он бы смог с ними разобраться вообще на изи. С одного валуна просто вынести всех. Ну что, наша задача сегодня перейти, как ты понимаешь, в Лигу Мастеров 3 звезды. И немножечко там укрепиться. Потому что неделька уже подходит к концу. Завтра уже будет суббота. Очень мало времени. Так, ну здесь я возьму... О, Сашка, Александр, давай, конечно. Возьму Усаги, Бакстер Стукмана здесь. И Зека. И вот этих двоих. 60 уровня. Кстати, нейтрализатора надо бы тоже, ребята, подкачать. Но это уже будет, наверное, после Шреддера. Потому что он у нас в платиновом ранге. Но 60 уровень, это вообще... Для него это оскорбление. Так, опять, ребята, 25, да? Смотри, что происходит. Не добивает у нас должным образом. Так, хорошо, что Эйприл все-таки замедлена. Так, ну и Донни тоже должна быть крышка. Постепенно ур... А, вот так вот. Или все-таки... Да, Усаги. Видишь, он замедлился, и все, ребята. И мы с вами по повтору просто-напросто проходим, и каждый наносит удар. Замедляшка у Зека, конечно, хорошо работает. Ну что ж, давай посмотрим. Какое местечко? 52-е? 54-е, угу. 22 отката пока у нас с тобой есть. И я буду брать Мустафа. Окей. Тут, ребят, нам не обойтись без наших друзей. Так, секунду. А если я, например, уберу вот так и сделаю вот таким образом? Вот как ты думаешь, сможем мы пробить или нет? Но даже если мы пробить не сможем, то явно мы не погибнем, потому что 71 уровень у наших бойцов, 70-й, да? А у него 74-й. А если я еще вот так вот уклонение поставлю, фиг они вообще нас смогут здесь достать. Поехали. Так, Усаги, как всегда, начинает наяривать. Великолепно. В принципе, ребята, все отлично. Так, еще урон от Карайки. И Шархан. Все эти упадут. Нормуль. Расписали как по нотам. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. 50, какая там, 4-я была позиция, да? Становится 45-й. О, как я угадал. Так, еще 4 боя, как минимум, да? Давай приценимся с тобой. Если мне дадут имбу, во. Вот, блин. Ну тут майки. С майки я не хочу брать. Давайте что-нибудь попроще маленько. И все, и начинается, да, вот это вот кривлячество, есть контакт. Энджел. У него, правда, есть майки там один, который не особо мне нравится. Но за счет того, что у нас с тобой сразу же идет Усаги плюс Леонардо, я возьму Паукса сюда и... Согласись, обалденный риск. Сейчас, если Усаги у нас не убьет майки, и тот сделает массовую атаку, вот эти вот два парня, скорее всего, упадут. Но это не точно. Кирби так, по-моему, точно пойдет. Или кто там у нас? Ну да, Кирби, смотри. Отлично. Ну теперь все хорошо. Когда Микеланджело отдупляется, то игра, как говорится, становится интереснее. Потому что его нету здесь уже. Так, ну что, мы сейчас с тобой, наверное, переместимся где-то на 30-ю позицию. Продолжить? Не понял. Сейчас что такое было? Я вообще не сместился, ты прикинь, что за фигня? Ребят, я ни на йоту не переместился по рангу, ты прикинь? Какой-то типа глюк, не глюк, что такое было, сейчас хобана и меня как бы скинуло. Но я не передвинулся.
Я как был на 45-м месте, так на 45-м месте я остался. Или какой там, 54-й? Нет, 45-й, по-моему. Что за дела-то тут происходит, а? Что за сговоры? Тогда падай ты уже. Ну-ка, давай посмотрим. Сейчас, надеюсь, все пройдет. Давай, загрузка, ну. Ну вот, ребят, сейчас все отлично. А почему тогда-то я не проскочил? Странно. У меня даже нет слов. Так, ну что, вот здесь у нас есть Михаил. Блин, майки. Ладно, я попробую, ребята, знаете что? Вместе с этим майки подраться. Рискую очень сильно, брав с собой Бибопа, да? Если он сделает уклонение, мы будем промахиваться. Но у меня есть Рафаэль-провокатор, поэтому... Может быть, все-таки вырулим. А-тя-тя, видишь, постепенно урона нету. И он делает отхил. Но это ладно, ребят, это еще терпимо. То, что он отхилялся, это все фигня. А вот если бы он поставил уклонение, вот это было бы хуже, поверь. Так, ну что, слэш первый. О, нет. Господи, я совсем забыл, ребята, что у него есть массовая атака круговая. Вот вторая ошибка, друзья. Вторая моя ошибка. Ну, знаешь, на самом деле, что? А здесь виноват Усаги. Чем он виноват? Во-первых, когда он ударил, да, на Майки не положился постепенный урон. И он выжил и отхилял свою команду. Вот и все. Так, ну что, у нас здесь раз, два. И крип. То есть, нет, ну мы должны сегодня дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. В любом случае, даже если я все откаты сегодня потрачу. И я не ради этого шел сюда. Так, Усаги наяривает. Вот сейчас вообще идеально, ребят, на всех висит постепенный урон. Сразу уходит Лео и, как всегда, бомбит. Ну что ты тут стоишь? На. Замечательно, ну что же, двигаемся с тобой дальше. Так, смотрим. Какое-то местечко. 15-е, 12-е. 15-е. Еще, друзья мои, два боя нам предстоит сделать. И это у нас Адам. Адама я беру. Так, берем с тобой два откатика и... Будем надеяться. Будем надеяться, что они вдвоем здесь справятся. Хотя, знаешь что, Хан может повесить на них дебаф, причем довольно неплохой. Только дебаф надо было делать в первую очередь, а потом уже бомбить. Так, вот. Вот такой расклад. Но, в принципе, Леонардо это должен упасть. Остальные и так все крякнут. Есть. Вот так вот. Вот так, ребята, мы с вами отыгрываем нашу арену. Ну, а что еще поделать? Других вариантов нету. У меня цель дойти до... Вот, я уже ее сделал. Сотое место. Давай еще один бой с тобой сделаем. Укрепимся хотя бы чуть-чуть. Так, Оливер, Алекс, Александр. Вот Александра возьмем. Раз, два. Тут у него никого сильных нету. Три, четыре, пять. Крысиный король 50 уровня. Ну что, опять же, все зависит от того, если мы с тобой вот этого вот Микеланджело подобьем в первую очередь, то будет все хорошо. А если не подобьем, опять все пойдет наперекос. Так, постепенно есть контакт. Все, ребята, здесь мы с тобой проходим идеально. Даже этот Рокстеди там от постепенного урона отдуплился. Ну что же, теперь идем на испытание. Местечко мы с тобой зарабатываем где-то 85-е, да? 87-е, понял. Закрываем арену и идем с тобой на испытание. Так, платиновое, давай, ох ты. Так, а кого нам дают? Раз, два, три, 4-5. Ну что, давай рискнем. Ну, хотя бы одну пройдем. Опять же повторю, друзья мои, эти испытания нам нужно проходить идеально. На 3 звездочки, потому что мы с тобой их должны фармить. С тобой у нас здесь есть хиллер. Это уже радует. Но вот не радует, что они почему-то первыми ходят.
Так, тихо. Провокатора у меня тоже нету, да, получается? Давай так влупим. Нормуль. Так, переходим с собой на вторую волну. И здесь у нас просто обычные самураи. Я, наверное, не буду здесь в данный момент отхиливаться или надо? Нет, не надо. Давай-ка сделаем с тобой массовую атаку от Шреддера. Защиту, скорее всего, надо ставить. Угу. И пробафаемся сплинтером. Вот. Так, ну что, Карайка, давай-ка мы с тобой, наверное, убирать маузеров здесь. Что там было? Возврат урона? Это как понять? Что значит возврат урона? Что-то не понял. Так, ну-ка. Прописали. Вот теперь нам нужно будет с собой захиляться. Но не успели. А, Шреддер здесь сидит, голубчик. Ну что ж, давай, иди сюда, Олух. Фига, у него там броники такие на ногах. Ну что, начнем, наверное, вот с этого удара. Он очень хорошо здесь впишется, да? Даже очень. Слушай, подожди, а что он заискрился? Это, получается, Шреддер робот или что? Мне кажется, это какой-то двойник, которым управляют, наверное, Кренги. Или его просто-напросто закоротило. Ну что, ты видишь, да? Снаряжение, хитрость. И мы можем с тобой здесь фармить. А вот тут, наверное, уже не потянем. Хотя, если постараться, ребята. Давай вот так вот сделаем. Просто хочу посмотреть, сможем мы справиться здесь или нет. Блин, а я кого убрал-то? Шреддера, зачем? Он же хиллер. Вот это я сейчас тупану. В плане? Ты смотри, что творит. Ну-ка. Так, атаку понизили. Давай защиту, наверное, поставим с тобой. И бафнемся. Так, крит атаку, да? Сплинтер, блин. Так, это хорошо, но у них пониженная, ребята, атака. Да ты запарил. Никого не можем бомбануть. Давай-ка вот этого кусанем. Теперь я хочу вот так сделать. Контратака. Так, добивает Волоха. Блин, без аптечки, конечно, плохо, ребят. С горем пополам первую волну прошли. Так, сюда валун сразу же. Тут даже не обсуждается. Прикольно, да, валит? Ну, а вот и Шреддер. Интересно, справимся мы с ним? 80-й уровень все-таки, ребят. Так, посмотрим. Проникающий начнем. О! А ну-ка. Блин, надо было блокировать. Ладно, поздно уже. Сейчас что-то будет. Хиляется. Оу-оу-оу. А если бы вот так вот? Выжил. Добей его. Ну что, друзья мои, вы сами все прекрасно видели. Все снято одним дублем. И поэтому... Ну, а следующую, конечно, разборку я не буду проходить, потому что, ну, не справлюсь. Там уже будет какой? 90-й уровень, скорее всего, да? Да, и, как ты понимаешь, мне не справиться здесь. Ну что же, тогда идем с тобой на испытание Сплинтера. Ой, Сплинтера, Усаги, конечно же. Тут есть кого пофармить. Так что поехали. Погоди-ка, разве так у нас должно быть? Блин, Армагуша, что ли, один будет драться? Фигня получается. Ну что ты делаешь, а? Крутит, вертит, пургу наводит. На, получи. Сейчас вот так вот его укусим с тобой. Этого будет достаточно, чтобы он упал, поверь мне. Ладушки, первый бой у нас пройден. Но это только начало. Переходим на второй. Так, Усаги и Дзимбо. Поехали, ребята. Я, наверное, пока никого убирать не буду. 50 уровень. И, наверное, на следующий бой тоже никого не будем убирать. Хотя Усаги лютый. Начинает опять. Всегда начинает с массовой атаки. Посмотри.
Так, сплинтера надо, наверное, убрать. Или как ты думаешь? Вдвоем-то мы, наверное, не справимся. Хотя, почему не справимся? Все справимся. Поехали. Минус. И добиваем. Ну, 50 уровень, сам понимаешь. Распластается. Блин, вот, ребят, вот сколько мы с вами получаем здесь ДНК, я бы это вот такого же испытания хотел, чтобы было на Крэнг. Ну, ты прикинь, да, вот 2 ДНК на Крэнга, еще 2 ДНК на Крэнга. И в конце, сколько там, по-моему, 4 ДНК, да? Но ведь нет, не дадут тебе такой милости. Ребят, я оставляю чисто Армагона и Криса Брэдфорда. Мне почему-то кажется, что этого более будет, чем достаточно. Смотри. Так, грибы эти паршивые начинают опять, да? Короче, делает сейчас Армагон валуном. Все падают. Ну и Усаги добивает, я не знаю, может быть, проникающим ударом. Крис, ты сможешь его пробить? Нет, не хватило духу. Ладно. Он бафнулся на защиту. Ну, добиваем его. Так, ну что, друзья мои, все очень хорошо. Это был как у нас 3-й поединок, еще впереди 3 поединка. Так, видишь, уже 3 ДНК дают. Поехали. Так, 70 уровень. Вот, ребята, уже вот в данный момент, не до шуток. 70 уровень. Сейчас будут наносить, во-первых, урон нам. Какой-никакой. Нет, 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 вы что сделали? Они мне заблочили, друзья, они заблочили мне мои способности, прикинь? А я без них как без рук. Трындец, сейчас будет погром. Так, ладно. Жестко. Смотри, что творит. Крис просто уже разобрат практически, ребят. Давай попробуем. Воу! Ты серьезно, Армагоша? Вот этого я не ожидал от тебя. Ты понял, он просто бросает валун. И Усаги нам поклонился. То есть вынес их сразу же всех. Вот это я понимаю. Так, ну что, я не знаю, 5-й эпизод. Будем пытаться. 80-й уровень. Это слишком круто для меня, ребят. Но я попробую. Я попробую. Вещь есть. Ох, ё-моё, нифига он влепил. Все, ребята, тут, скорее всего, проиграли. Если бы нам бы не заблочили бы наши способности, то, возможно, мы бы здесь с тобой выиграли. Бедный, бедный Брэдфорд. Смотри, они меня не выпускают просто-напросто из немоты. Просто не выпускают. Да, бедный Армагон. Как же я тебе не завидую. Вот если бы Армагон был бы 100 уровня, такого бы здесь не произошло, поверь мне. О, да, с таким уроном мы далеко не уйдем. Ну, я постарался, ребята. Я постарался, попытался, и, как видишь, ничего не получилось у меня. Добьет. Гаденыш, а? Плохо. Даже если я возьму здесь всю свою команду, то есть даже вот этих, это не поможет мне. Не-а, никак. Ладно, что мы тут с собой можем пофармить? Смотри. Нет, это я не хочу. Блин, вот здесь вот классно. Ну тут Донни, по крайней мере, да, и Шинигами. Донни и Шинигами. Так, здесь мне ничего не надо. Ага. Давай вот здесь, наверное, с тобой сольем. Две попытки. Не то. Поехали. $3, блин. Да ё-моё, ну все, ребят. Больше у нас с тобой не хватает сыра. Это, естественно, мы с тобой все обмениваем. Обмениваем. Так, это я прошел. Все телепорты я заработал.
Ну да, больше нам пока с тобой здесь делать-то и нечего. Так, у нас пиццы дофига нет. Ну, пока есть, ребята, мы, знаете, что с вами потратим на поиски вот здесь. Так, поехали. Ага, нам 4 ноутбука нужно, да? 4 ноутбука и, как всегда, фиг ты их успеешь найти. Остается 2. 2 ноутбука. Пицца кончается потихоньку. Так, последний ноутбук. Кольцо крутости. Мутаген. Все, ребят, по-моему, больше, да. Больше у меня не хватает. 6 пицц всего осталось, нужно 8. Ну ладно, остается нам что с тобой? Завтра в турнирке мы с тобой попробуем взять топчик. Ну, я имею в виду топовое место. Потому что там будет воскресенье и, как говорится, закончится неделя. И у нас будет с тобой, по-моему, достаточно осколков, ребята, чтобы, еще раз повторяю, чтобы перевести персонажа в платиновый ранг. Так что, ребятушки, голосуйте, в комментариях пишите, кого будем переводить. Ну а на этом я закругляюсь, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.